ТП. Олени. Я лег в кусты, по мне прибежал олень, меня убил. Это кабан, по-моему. Кабан? Серьезно? Ну, по дороге прибежал. Похоже на кабана был. Слушай, блин, ну конечно олень, кабан. А может лиса? Может лиса. Пожирная лиса? Жирная лиса, да. Хрюкает. Да, точно кабан, вот он, блядь. Бля, кабаны, вот я на кабанов очень хочу поохотиться. Отлично, есть кабаны, слава богу. Минус Олег, я это вижу. Он такой идет, и все, ушел. Ну, сейчас я подойду к той башне, у которой Андрюха подходит. Отлично. Как это блютировал метров на 50? Кабан. Кабан. Я вижу кабана. Ой, да? Но кабан не сбил. Давай. Зря ты, Коль. Ты теперь будешь ехать отсюда, теперь, блядь, херу зоновый. Я бегу за кабаном. Да потом сгоняйте, давайте до точки доедем, 200 метров осталось. На точку не бежит, а кабан, да. Вот, я про это и говорил. Ёбаный рот! Загуси, кстати, тоже отдельный ману. Это твой кредит. Интересно, я постреляюсь, могу пусть? Кто? Я сфотографировал свой труп в процессе полета. Разгончик берем. Ну я просто двигаю так. Так. Через дорогу туда. Как там полет? Отличный у вас полет. Что там? 150 метров. Клуб анонимных суицидников, что ли? Клуб суицидных анонимников. Бля, это полет. Суицидный анонимник — это тот, кто анонирует до суицида, или как? А ты заметил прикол, что у тебя с твоим этим? А что с ним? Он у тебя без колес. Тебе колеса были. Ну как тебе без колес, Олег, ездить? Отлично. Почти доехал на вершину башни. Выйди, посмотри из него. Есть першина на месте? Сейчас. Слушай, что дай мне без шины у тебя. У меня есть. Это просто новая разработка, а не на воздушной подушке. Да, там подушки-то нет, там на смачно, одна держи. Хуйня, на которую крепится, блядь, колесо остались, и все, они крутятся. Блин! Я съехал, упал, что у нас. Я остался полностью жив. Повезло. Блять, во всю технику какие-то бесы вселились, блядь. Твою, твой это сейчас, я наебил его из стороны в сторону, а потом в него кто-то вселился, ей-богу. Ты им в костер хочешь развести? О, так лучше. Безупречно. Кстати, а так даже проще скриншот сделать. Ну тут, конечно. Чё? Я траву приминаю. Значит, их было два. Один у тебя убежал куда-то, другой у меня, или это был один и тот же? Это было два зайца. Скорее всего, это заяц и зайчиха. Ну, заяц, погоди. Бля, три охотника не могли двух зайцев подстрелить. Что за хуйня? А я даже не видел зайца, я еще только подходил. Когда начали стрелять. Они в траве, хер заметишь этих зайцев. Я убил одного зайца только что. Там тоже нашел делянку, или ты затем же гоняешься бедным зайцем одним, который убежал? Нет, такой другой, по-моему. Хотя посмотри, может сейчас я подойду, посмотрю, и там кто-то из вас уже хвостики подстрелил. Хвостики. Лапки. А, прикольная тема, короче, в Атоме. Есть всякие амулеты, которые добавляют всякие силы, ловкости, еще что-то. Но чтобы их использовать, надо, чтобы интеллект был меньше 4. Я очень хочу медведь тайга, или как она там называется. Ну, то есть можно в тайге охотиться на медведя, типа. Зимой. Зимой, ух ты, прикольно. А нет в пустыне на верблюда, чтобы охотиться? Есть. Клево. Давай, Саш, придумай что-нибудь еще.
Ничего не буду придумывать. Я все уже. А есть голым на слонов охотятся в Индии? Голым? Почему голым? Ну, потому что голым. Вот. Так вот я придумал. Жарко, потому что в Индии. Слушай, ну в Индии все-таки люди не голые. Давай не будем. Полуголые. Ты был в Индии? Я не был в Индии. Ну, а что ты утверждаешь? Я утверждаю, потому что я знаю. Откуда ты знаешь? Ты же там не был. Я там не был. Но не обязательно быть в стране, чтобы знать, что люди там не голые. Я с большим скепсисом отношусь к твоим. Более того, я видел многих индусов. И я разговаривал с многими индусами. И... Но они же были не в Индии? Они были не в Индии, но они были одеты. Ты что, убился, что ли? Да, я упал с камня и умер. От старости. От старости. От бредовости. От бредовости. Да, я ушел в Индию. И я реинкарнировался белым слоном. Блять, что тут голых людей? Блять, они на меня охотятся, нет. Ой, бля. Сука. Отличная шутка, блядь. Ай. Тоже, да? Да, на ровном месте, поэтому у меня даже нет никаких проданий. Ну, смотрите, Олег уже подкрадывается. Ты фонарь выключил, что ли, Олег? Да. Чтобы он не был видно. Ну да, я так понял. Вон, смотрите, уже видно его силуэт. Не вижу что-то. Вон, в лесу уже бегает. Ну, я с биноклем смотрю. Я тоже с биноклем, но что-то плохо видно. Вот. Да где? Вот так. А, так нормально. Просто местный дурачок, не обращай внимания. Ты недопустимая цель, почему не могу по Саше стрельнуть? Смотрите, а вот там гора Фудзи яма слева. Можешь стрельнуть. Это если ты если должен, не целись. Знаешь, когда не целись, притом не именно от меня тыкая, как-то вот, когда, то есть, как бы, отводишь маленько от меня ствол, как только нажимаешь, сразу быстро на меня переключаешь и да, попадаешь по человеку. Кроме того, когда ты попадаешь по человеку, появляются, ну, дырки на теле, как бы. Да, странно, и действительно, почему они должны поиграть? Я вижу, что человек бежит, но у него ружье просто перед ним летит. Да? У меня то есть я бегу без ружья? У меня бак. Она просто летит, наверное, в сантиметрах 5 перед тобой. Так, хайлайк. Признавайся, что ты качнул? Я качнул магию. То есть это ветка Дарта Вейдера. Телекинез, скилл называется. На самом высоком уровне можно залезть, она просто за карты, за пределами этой карты? Думаю, она за пределами карты. Кто именно? Гора. Фудзи. Она вообще в Японии. Япония, она за пределами карты. Логично. Кстати, здесь вот, вы помните, мы когда стреляли в двух разных оленей? Да. Они тут до сих пор на водопое, так что... Эти олени? Да, я их спугнул, они убежали. Знаешь, пьют водичку, а из брюха такая вытекает где-нибудь в другой стороне, да? Да, наверное. Вместе прострела. Такое решето ебаное. Посмотреть. Мы, наверное, можем и на лягушек охотиться, да? Тропа озерного края. На лягушек? Лягушачьи лапки. Мы что, французы тебе? У тебя есть багет с собой, чтобы поохотиться на лягушек? Нет. Нет, вообще баки. Нет. Я поохотился на грибы, я вам уже говорил. Но... Просто отстреливай, да? Беспощадный охотник на грибы, да. Вышел на охоту. Если попасть ему в эту самую шляпку, то не убьешь. Вот ножку, если ножку перебьешь, то она повал просто. Потом подходишь трофей такой. Ножка 100%. Медведю куда стрелять? Медведю в пах. Да, нет, пах. Это его деморализует. Он только на время. Извиняюсь, а как ему попасть туда? Это отдельный вопрос. Ну просто лечь трое ждать, пока он близко подойдет. Нужно подождать. Да. Нужно подождать зимы, и тогда он идет в спячку, и тогда он подойти. Я бы что-то не хотел на самом деле лечь и ждать, пока медведь ко мне подойдет. Нет, нужно пока он в берлоге спит. У нас недавно писали в новостях, что какой-то. По-моему, Винис откусил медведя язык, когда с ним боролся. Пиздец. Кстати, я тоже где-то такую новость читал, да. Бля, что-то мне не нравится это. Никой не койот, нахуй. Медведь черный. Да хуй с ним, побежали. А, лучше с тобой бежать быстрее, потому что если ты согрешил, то будет весен бот-то сзади.
Правильно, когда идете в лес, главное, чтобы был у вас друг, который не бегает медленнее вас. Это правильно. Я прибегаю на домик, да, это, короче, берлога медвежья. А там медведи уже сидят такие. Да. А в руки ждем. Когтеры разотачивают. Говорит, хорошо, что мы тогда придумали тогда пометить им на карте, там, что здесь это. Тут медвежьи следы. Мишаня впереди по курсу. Ничего следы. Нет, следы. Кажется, тут Мишаня был. В кустах тусовался. Вот он у меня. У меня оружие. Выстрел. Вижу, да, выстрел. Он сейчас на тебя побежит, Олег, убегай. На камень попробуй забраться. А, ты убил его, хорош. Я так и сделал, я стоял на камне. Заскочил. А из чего ты убил его? 7-миллилитрового. Получил ачивку Bear Hug. Да, ачивка прикольная. Надо убить бурого медведя одним выстрелом на дистанции менее 25 метров. О, вот видишь? Мишаню. Вот он. Еще. Это... О, слушай, действительно. Слушай, мы можем сыграть парень. Ты можешь ему насадить, он разозлится, побежит, а я его здесь встречу с луком. Пробуем? Там двоих. Не уверен, что я переживу эту встречу. Какой тебе больше нравится? Стреляю, который тебе удобнее. Тебе нужно дистанцию до них? Да нет, у тебя одного другая. Давай стреляем, ладно. А, нет, сейчас секунду. Я почти подбежал, уже готов, давай. Ой, ваншот получился. Ваншот? Серьезно? А второй? Перебор. Второй сейчас смотрим. Он в кусты ушел. Куда ты ему попал-то, Олег? Не знаю. Целился в район спины. Спины? То есть ты ему позвоночник, что ли, перебил? Да, в шею. Еще интересно, сколько реально, вот, допустим, вы нажимаете И, какой счет показывается у вас? У меня ноль. У тебя ноль? А, я просто подумал, как-то у тебя ноль, если ты охотник главный. Ну, это значит, что я просто еще никого не убил за эту сессию, и все. Так сессия уже довольно долго длится. Ну, представляешь, никого еще не подстрелил. Да я с ебаным луком хожу, тренируюсь, и, блядь, только Миша не попал в нижнюю челюсть, но у него точно такая же адамантовая челюсть, блядь, нихуя не пробивается. Ну, понятно, да. Ну, это медведь НКР, он мутировавший. У него две челюсти. Понимаешь. Поэтому мне надо лук поменять. Да я просто себе этот индейский лук взял без прицела, без нихуя, блядь, и с ним хуй прицелишься. Согласен. Херово быть индейцем. С другой стороны, настоящему индейцу за хуй ништяк. Так что не расстраивайся. Есть, конечно, настоящий индейец. Бил оленя тремя выстрелами из лука, слабыми стрелами. И все равно это грязи 100%. То есть считается, что настолько слабое оружие, что сплошного раз, то все равно считается. Мимо просто стрелу можно быстро и эффективно извлечь из тушки. А дробь или какую-нибудь пулю хер извлечешь. Только уже при обеде. За обеденным, да, столом. Да, видимо, да. А может быть, integrity это не целостность, а честность, типа, знаешь? Я видел, что в немецкой версии это переводится как ethic бонус. А, ethic бонус, вот, да. То есть, если я на зазов хочу с магнумом 37 калибра, то это, типа, нечестно, типа. Да. Зайцы, они... У зайца нет магнума, а у меня-то есть магнум. То есть, в принципе, уже по определению нечестно. Какой-то бонус дают еще. Вообще, на самом деле, я бы не охотился, если у зайцев были магнумы, блядь. Ну, если рисковый парень, то почему бы нет? Бля, я пытаюсь, выходишь такой на поляну, там заяц такой подходит, такой взводит курок, говорит, пацанчик, ты что, заблудился? Сишка во рту. Это наша лежанка, да? Да, да, да. Здесь забыл. Кожаный мешок. Оставляй всю морковь и пиздуй отсюда нахуй, блядь. Да. Класс, сейчас убил одной стрелой. С расстояния в 2 метра. Северного оленя. Нихуя! То есть в упор. Ну да. Серверный олень. Лично. Серверный олень. Серверный. Это была моя последняя стрела, кстати говоря, больше не осталось. То есть тебе при случае даже нечем застрелиться. А можно из лука застрелиться? Я сейчас все плохо это представляю.
У него есть 7-метровый. Конечно, уровень. Можно. Оттягиваешь другую сторону, да и все. Я представил, как это выглядело. Нет, просто кладешь стрелу и падаешь на нее. А лук здесь при чем тогда? Ну вот именно, что не при чем. Это вопрос за разговор о стрелах. Вверх стреляешь и ловишь, пока она вниз падает. Что вы глупости говорите? Можно из лука застрелиться и еще как? Продемонстрируешь? Нет, не продемонстрирую. У меня нет лука и нет желания застрелиться. Нет желания демонстрировать. Но наверняка на ютубе есть куча видео. Даже ты же знаешь, что пока экспериментально не подтверждено. Или какими-либо другими методами. Подтверждено, это, конечно... Это только гипотеза. Да, это теория. Теория, да. А только они совсем не разбегаются. А может это олени-суицидники? Они хотят, чтобы их убили? Убегает. Стреляй. Приготовься и стреляй. Там есть второй, но этот лучше. Хорош. Попал. По-моему, хорошо попал. А что пытался не дать в свою сторону бежать? Лося заберешь? Ко мне давай. Медведь твоего чекнул. Ну, это северный олень, кстати, был. Ага. Блин, зараза. Что такое? Он меня отомстил. Еще по трубу побежал. Я этот бак анимацию клумба слышу за 50 метров. Лежит в кустах щелкать. Непрерывно. Даже кабарга его не привлекает. Сибирская. А ты тоже не слышал меня? Не-не, так я далеко от вас еще. Выглядит на самом деле очень несомнительно. Кажется, из-за того, что он чукча. А это был воронник или мейтинг? Мальчик. Не обратил внимания? Не-нет, он предупреждал или... Предупреждал. Опа! Внезапно было. Похоже, не только ты, Олег, охотился. Да, скорее на меня охотились. Значит, Олега сожрали, я понял. Хороший охотник.